На дорогах за минувшую неделю произошло 11 ДТП, в трех пострадали люди. На улице Мостовой женщина без прав управления села на мотовездеход и отправилась путешествовать по огородам. Не заметив гору песка, она наехала двумя колесами на строительный материал, и квадроцикл перевернулся. У нее сочетанная травма, сотрясение головного мозга, перелом 4 ребер. Значит, находилась она в состоянии опьянения. Значит, у нее установлено 1140 миллиграмм на литр вдыхаемого воздуха. Серьезная авария произошла на перекрестке большой и малой коммунальных дорог. Водитель ВАЗ-2115 не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате столкновения одна из машин улетела в кювет. У водителя автомашины ВАЗ перелом бугорка затылочной кости и перелом поперечного отростка позвонка. Значит, у водителя женщины перелом лунной кости. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб около деревни Глухово в минувшее воскресенье. Три человека пострадали, три погибли. Раненых госпитализировали в центральную районную больницу. Причина ДТП устанавливается. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.